Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Александр. И сегодня ко мне на тестирование попала новая модель Powerbank от компании Romas. Что он из себя представляет? Емкость 10 тысяч мАч, тройной вход, Lightning, microUSB и USB Type-C и двойной выход, общей силой тока 2,1 ампера. Также есть светодиодный индикатор уровня заряда. Давайте посмотрим на него, быстро протестируем. Я заказывал его для знакомого на Tmall. Приехал очень быстро. Правда, сейчас на Tmall добавили доставку. В смысле, плату за доставку. Но зато прям до квартиры. Да, вот такой вот компактный форм-фактор. Ранее у меня уже был Powerbank от USAMS, по-моему, в таком форм-факторе. Кстати, вот он у меня тут есть. Питает камеру во время съемки. Да, очень похожи размеры. Чуть-чуть, может быть, больше. Чуть другие пропорции. Так, что здесь у нас есть? Кабеля, кстати, нету в последнее время у Romas. Ну и да ладно, кабелей этих, наверное, у всех огромное количество. На английском языке. Русский язык. Нет, нету русского языка. Ну да ладно, что нам там смотреть. Так, все понятно. Powerbank. Кнопка включения. Показывает индикатор в процентах, 82 зарядка, ну и выходы 2 штуки и входы 3. Так, давайте проверим его для начала на вход. Включились. Вход microUSB. Оп. Подключаем. Ну и пошла зарядка, 5 вольт, 1,9 ампера. Что, в принципе, очень даже хорошо и нормально. Так, теперь проверим, давайте, как работает другой вход под другой кабель. Ну, я думаю, конечно, что они все параллельно сделаны. Входа-то точно. Так, Type-C. Раз. Почему-то чуть меньше ампераж. Вот. Ну, может быть, это связано с кабелем. 1,6 ампера. Так, отлично. Теперь проверим максимальную нагрузку. Поэтому нам нужен будет вот такой вот прибор. Кстати, при подключении одного все идет на один выход полностью. Вся мощность, неважно, куда подключена. Так, где у нас тут? Я уже забыл. Так, это плавная регулировка. Поднимаем до 2 ампер. Заявленный 2,1. На 4,92 вольта. В принципе, просадки нету. При этом, ну, 10,6 ватта. Так, тонкой поднимем. 2,2, 2,3, в общем-то, прилично все, почти 12 ватт, 2,35, так, все, у меня кончилась тонкая настройка, давайте грубый чуть добавим еще, так вот, 2,2, 2,4, 2,3, и теперь тонкой, 11,5, ватт максималка, 11,7, ничего себе, давай 12, дружок, 11,7, 11,9, нет, 12 не может, 11,9, начинает падать потихоньку напряжение, нет, есть 12, 12,1 ватта, видите, да, отлично, короче, 12 ватт, все, пошло падение напряжения, однако ампераж 2,5, ну и больше, я думаю, он не выдаст. Давайте попробуем. Так вот дать. Поиздеваться, так сказать. Падение напряжения при этом незначительное, даже при превышении нагрузки паспортной. Ну вот сейчас пошло уже все. Ниже 1,7. Да, и упала мощность, все, упал вольтаж. Короче, 12 ватт это устройство выдает. А это, я вам скажу, очень даже прилично. Хорошо. Выключаем. Ну, второй выход, я думаю, то же самое. На всякий случай проверим. Сразу даем 2. И вот так вот. 5. Да, и 2,5, и 12 ватт у нас выход. Выключится. Защита-то сработает у тебя? Ну, 4 вольта упало. Вот защита на 2,7. Все, срабатывает.
Это отлично. Так, устройство вполне годное. Время протестировать емкость у меня нету, к сожалению, его нужно отдавать, но всегда у пауэрбанков Ромас емкость была честная. Вот характеристики еще раз, кому интересно. Клевый карманный пауэрбанк с большим количеством входов под любое ваше устройство, будь то iPhone или Android устройство с microUSB или USB Type-C, ну и два выхода. Кстати, два выхода параллельно. Это будут у нас смартфоны заряжать. Давайте посмотрим. Так. Последний тест. Подключаем один. И подключаем второй. Вот так прям ставится у нас. Нет. Тестеры не вставляются, жалко. Не померишь общий выход. И подключаем второе устройство. Да, пошла зарядка здесь. И пошла зарядка здесь. Все отлично заряжается. Но ток при этом, считайте, вот эти 2,2, 2,3 ампера делится пополам. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых встреч. Пока!